Утром 9 июня в московской больнице умер Сергей Захаров, которому было 57 лет. Он был смертельно травмирован в ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Как говорят очевидцы, произошло лобовое столкновение иномарки Ефремова с курьерским фургоном из-за выезда артиста на встречку. Когда актер выбрался из авто, стало ясно, что он совершенно пьян. Виновник ДТП нетвердыми шагами добрался до бордюра и сел на него, ожидая полицию. Против Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело по статье в связи с гибелью пострадавшего, и актеру грозит срок до 12 лет. Пользователи Instagram тут же обрушились на Ефремова и его детей, которые просят маму не ехать на дачу, а пожить с отцом. Кто-то стал проклинать алкаша Ефремова, который поставил крест на карьере. Большинство подписчиков считают, что артист должен понести заслуженное наказание за смертельное ДТП. В момент ДТП в машине с Ефремовым ехал коллега Иван Стебунов с женой. По мнению пользователей, они были пьяны, иначе не сели бы к нему в машину.